«Мы за безопасность». Акция под таким названием прошла сегодня в парке Новой культуры. 140 воспитанников детских садов показали, насколько хорошо знают правила дорожного движения. Когда переходишь дорогу, нужно переходить дорогу только по пешеходному переходу, по зебре и под зеленый свет. Пешеходы должны переходить по зебре, по пешеходному переходу. На красный свет сигнала нельзя переходить, потому что зеленый горит для машин. Дети, их родители и воспитатели стали участниками яркого танцевального представления. Кроме того, для ребят подготовили конкурсы и квест. Здесь нужно было продемонстрировать знания ПДД, разгадать тематический кроссворд и правильно назвать знаки дорожного движения. С детских лет, с вот такого возраста, с садиков, прививаются навыки безопасного поведения. Это понадобится детям и в дальнейшем в жизни. То есть, если сейчас это войдет в привычку, значит и в дальнейшем мы не будем нарушать правила дорожного движения.